Что, у нас вроде погода налаживается. Солнышко выглянуло. До этого дожди были. Надо что-то со стройкой решать. Покупать доску. Решил все-таки доску брать, но опалубку, мне кажется, дешевле и выгоднее выйдет. Да и попрочнее она будет, чем USB. Меньше с ней мороки. Доску закажу сейчас. Надо колотить, варить, армировать. Но пока что, завтра тяжелый день будет. Не знаю, что будет. Сейчас посмотрим. Посаживаем шишмин всего против других секторов услуги. Уважаемые пассажиры, продолжайте посадку. Че, уже идем на посадку? Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности застегнуты, спинки кресел в вертикальном положении, столики убраны, электронные устройства переведены в режим полета или отключены. Благодарю за внимание. Чем мы все прилетели в Петербурге. Сейчас идем на выход в аэропорту. В общем, приехали мы в центр аттестации. Оставили нас тут одних. Сейчас будем сдавать экзамен. Варить что-то тут еще надо. Так что тут застряли на 3 часа. Минимум. Ладно, посмотрим. Варим экзамен. Что, все, сдали практику. Заварили там, что требовалось. Сейчас будет теория. 20 вопросов. Такие листочки. Так что вот такие дела. Ладно, что? Дальше сдаем. Вай, вещь 250, что это такое? В общем, поедем в город. Пошли на метро. В общем, идем по городу. Движение вообще жуткое. Все носятся куда-то, что-то все бегут. Сейчас пошли в столовую перекусить. Мы все покушали, идем дальше к набережной. Сейчас что-нибудь интересное поищем. Основные достопримечательности все закрыты. Еще не знаю, что тут увидим. Ладно, посмотрим. Такое место пришли. Нам сейчас вон туда уходим. Или пошли в эту сторону? Да, на бабки тут разводят конкретно. Фотографии, всякие набережные, прогулки на корабле, там, на пароходе. Вот такая вот тема. Там он закрытый, походу. Написано, что закрытый. Что, идем дальше? Стойте, батюшка, есть дело. Нет, о, я его похищаю. У нас времени нету. Так вот бабки здесь зарабатывают на каждом ходу. Все по крыше. По крыше? Че? Все по крыше. Вот.
такие дела, народу дохерище. То вообще, походу, никто не работает. Привет, привет! Так вот. Идем мы вон туда. Дошли до набережной. Сейчас будем перебираться на ту сторону. Шумно капец здесь на улице. Машины туда-сюда гоняют. Торгаши всякого-всякого. Мусорные баки сидят. Но... Все, вышли на набережную. Река Нева. Прогулочных пароходов целая куча. 800 рублей часовая прогулка. Что, у нас тут дождик намечается. Пошел в мелкий, изморозь такая противная. Идем по набережной реки Нева. Спрятались от дождя. Алексеевский сад. Так вот он выглядит. Да, да, вот получается прям между микроавтобусом и между этим автобусом. Вот такой медный конь. Исаковский собор. Вот это махина. А, нифига там народу снимает. Значит, что он открытый, что ли? Или это прогулка по крыше? В общем, возвращаемся в метро. Едем дальше. Че, едем в метро обратно. Сейчас поедем на другую станцию. Такая глубина здесь, экскаватор. Приехали на Крестовский остров. Сейчас в парке аттракционов здешние. Такие сады. Там вон чертово колесо. Сейчас на чем-нибудь прокатимся. Так, мы в парк-то походу еще не зашли. Идем по краю в парк. Платный билет надо брать. Сейчас идем пока с краю, посмотрим, что там. А, вот эти карусели. Вы поехали на них? А что? Она, смотри, с одной рельсой, что ли? А где хоть кто-нибудь едет на них? Велосипеды на прокат стоят. Да, аллея, наверное, с другой стороны. Че, зашли в парк, 100 рублей вход. Там, наверное, просто... Площадки-то вообще жесткие. Так, это мы уже до конца дошли, да? Вон ворота, видишь? Мы мимо там проходили. Ой, какая красота! Дорого, наверное. А, ракета летит. Там фонтанчик какой-то. Кабаны.
очень нравится. Колёсы. Вот такой вот парк получается. Сейчас походим, посмотрим цены какие. Колесо обозрения. Такая махина. Вот на этой надо покататься. Я даже представить не могу, что со мной будет. А что будет там пристегнутый? Ну, она небольшая же, вот она. Даже никто не кричит. Они уже привыкли. Интересно. Вон мост. В общем, взял на самые мощные горки билет. Сейчас иду искать, где там садиться на нем. Не знаю, получится снять, не получится. Попробую сейчас что-нибудь придумаю, прищепку что ли на руку. В общем, жестко вообще. Камеру не разрешили. Снять не получилось. Сейчас пошел Илюху искать. Но ощущения вообще непередаваемые. Вот эта тема. Вот такие аттракционы есть. Шар запускается вверх. В общем, сейчас на выход, наверное, потихоньку будем выбираться. А там походу подумаем, куда еще съездить. Прокат катамарана. Прокат катамарана. Вот смотри, Паша. А, просто. Самолет, ё-моё.
Все, идем к Авроре. Крейсер Аврора. Последний, наверное, маршрут на сегодня. Че, дошли мы наконец до Авроры. Вот такая техника. Сейчас не знаю, узнаем, что туда пустят, не пустят. В общем, не пустили, не успели мы на корабль попасть. Закрыли вход уже. Так что посмотреть можно только со стороны. Вот такая махина. Тут течение вот такое бурлит. Люди рыбу ловят. Что здесь приют вообще? Что за рыба? Уже надоели, да? Не то что надоели, заебали до смерти. И после смерти еще один разум. Это просто достали. Место такое, да. Что нельзя, знаешь, что на площади, что вот здесь нельзя ебаться и рыбу ловить на. Приемный, да? Серьезно. Каждый вот подходит и каждый, блядь, второй. Вы один. Людей много, но нет. Я говорю, вы что, издеваетесь нахуй, что ли? Я говорю, вы видите ковроли просто. Не нахуй, а ковроли просто. Понятно. Здесь все лучше. Что-то дергает. Ремонтирую одну ручку. Сломала, блядь, я потянул, блядь, она такая хуйня, блядь. Что вообще для рыбы? Все, судак, голова, блядь, все. Сука, заебали эти картофы, блядь. Вот такие здесь рыбаки разговорчивые. Вроде прогоняет, а потом не отвяжешься от него. Вот такой кораблик здесь. Ресторан на воде. Махина. Ладно, идем дальше. Сейчас проходим мимо Петропавловской крепости. Ее отсюда плохо видно. Она там типа на полуострове каком-то. Петербург. Он тоже рыбачит, только рыбак сныкался, чтобы его не доковывали. Че, идем в Петропавловскую крепость. Он катера так гоняет. Туристы. 500 рублей всего. Ну, по разному маршрутам. 500-800 рублей. Часовой маршрут. Брусчатка идет по дороге. Ноги уже и так никакие. А тут еще по брусчатке фигачишь. Все в камне. Люди какие. Thank you.
поищем музей. 500 рублей вход. Думаю, это многовато будет. Ладно, сейчас посмотрим. На обратку, наверное, настроимся. Какой дядя. Какая тема. В общем, все, отправляемся к метро. Там уже ближе к аэропорту. Художникам памятник. Тут вот пруды. Идем по парку зеленому. Там вон мостик прикольный. Каменный мост через ручеек. Там вон что-то кафешка какая-то подземная. Че, все, мы в аэропорту. Время 8 часов. Через 2 часа вылет у нас. Сейчас поднимемся на второй этаж, и 2 часа нам куковать еще.